Из командировки мужа я встречала, как скакун орловский по перрону мчала, кинулась на шею, жарко обнимала, в губы целовала, к сердцу прижимала. Вдруг чужая баба, на овцу похожа, съездила по роже, мне и мужу тоже. «Ты, кобель и сволочь!» — на него орала, а меня шалавой «на бы еще» сказала. Я в нее вцепилась хваткой бегемота, по вошке вломила этой идиотке, зонтиком по шее начала метелить, аж очки в траншею у нее слетели. Тут я и застыла, и мозги включила. Я сама слепая, я очки забыла, присмотрелась ближе, прикусила жало, и мужик не мой, и баба убежала. Я за ней вдогонку следом припустилась. «Эй!» — кричу, «постойте! Сослепу ошиблась! Вы меня простите! В жизни все бывает!» А она: «Спасите, люди! Убивают!» Мы, как две лохушки, по перрону гнали. Люди веселились и как кони ржали. А потом споткнулась, чуть не завалилась. Но в объятия к мужу плавно приземлилась.